Всем привет, с вами Книжный Червь, и сегодня у меня распаковка посылочки. Это посылочка упакована вот в такой вот большой пакетик. Я заказывала на ярмарке мастеров пряжу. Вау, какой цвет! На камере он бледнее. На самом деле она жутко-жутко яркая. Вообще. Ну, такая классная. 100 метров. Да, в такой маленькой посылочке еще что-то поместилось. Это огромный крючок. Сейчас мы распакуем вторую посылочку. И здесь два мотка. Вот сама пряжа. Она такого персикового цвета. Всем привет, с вами Книжный Червь. И сейчас мы едем за Милкой. За нашей киской.